Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогу вам. Такие слова говорила еще при жизни блаженная Матрена Московская и исполнила свое обещание. Действительно, помогает всем, кто к ней с верой за помощью обращается. Многие по ее молитвам обретают потерянное здоровье, устраивают свою жизнь. С детства, лишенное зрения, Матронушка всегда знала, где добро, где зло, где опасность и как спастись. Нет числа всем людям, кому она помогла. Именно поэтому к ней нескончаемым потоком идут верующие и с легкостью выстаивают многочасовые очереди. Мы с конца, вон, с угла вот идем. Ну сколько же по времени? Да часа полтора стоит. О, прилично. Ну еще, наверное, с часок может быть. Ничего, постоим. Почувствовав облегчение, некоторые снова идут к Матронушке уже с благодарностью и молитвенным поклоном. Это очень хорошее событие. Даже от того, что я была два раза, я уже себе почувствовала, что она уже мне помогает. Выходя из храма, многие делятся своими сокровенными желаниями, о чем просили у Матронушки. Помогает она моя, дорогая, помогает. А их он вот... А в чем помогает? Во всем, что ты думаешь? И вот там дочка будешь просить, то и поможет. Там. Я вот здоровье дочери просила и себе. Вот. Икона Матроны Московской пробудет в нашем городе в Спасо-Преображенском храме на площади Советов до 14 марта. Татьяна Баловнева, Эмиль Хуснутдинов. Новости Димитровграда.